сейчас 2 часа 11 минут ночи. И мы едем в Страсбург. Мы уже в Люксембурге, ищем автобус. Все вроде нормально, все идет пока по плану, и это удивительно. Давай еще, ну тоже. Встань, пожалуйста! Не хочу! Первый удар не прошел. Что вы там стоите? Я здесь сижу. Уже как 12 минут, мы должны ехать даже в автобусе, но мы все еще здесь. Вот уже как 1:20, как мы ждем автобус. Его все еще нет. Не наш. Опять и наш. Главное, через трипа мы начали. Сейчас 4:52, почти 5 утра. Мы все еще ждем наш автобус. По предварительным планам мы должны через час уже выходить из автобусов. А мы все еще в него не сели. Короче, тут происходит трэш. Пацаны пропустили свой самолет из-за того, что автобус задержался. И водила говорит, что ему вообще все равно, а ребята пропустили свой самолет. Наушники? Вот это интересно. Нашли? Лох просто. Нашли? Да. А где было? Где ты нашел? Из табы выпал. Ой, начинается все просто, отлично. Влад чуть не потерял наушники за 5000, сказать было неудобно было, холодно, автобус мы ждали 2 часа, просто поездка предвещает много интересного. За 3,90. Ой, ребят, это как-то кофе не сильно хочется вообще. Комбат. Наконец-то мы нашли место поспать. Здесь лучше, чем в автобусе было.
Вот это счастье собаки. Жарко. Мост Евросоюза. Точнее, Европейский мост. Центр тяжести смещается, кто не понимает. Я не уверен, дна не видно. В принципе, нормальная высота. Ну, максимум можем здесь. За ручку? Конечно. На раз, два, три. А то я знаю, ты же не прыгнешь, если не прыгнешь. Не-не-не, я прыгну, я слово держу. Ага. Еще недавно кто-то говорил, что у него голова болит. Угу, а у него орех. Так, так. Поездок очередь поделил. Давайте, дурочки наши. Попали мы в собор наконец-то. Прикольно. Тут написано Томас Кирхе, значит, Кирхе это означает церковь. И вот, когда заглядываешь вот сюда конкретно, ты тебе указывают, где это Кирхе. Вон она стоит. Просто я придумал.